мы с вами сшили плечевые швы, сейчас переходим к вырезу горловины. Итак, девочки, примерила на себя сейчас вырез горловины. Переживала, что маловат. Нет, все хорошо получается. В общем, принимаю решение сделать планку платочной вязкой. То есть несколько рядочков. Сейчас посмотрю, сколько. Наверное, буду по одной убавочке делать напротив линии плечевого скоса, чтобы она у меня не встала как бы колом здесь, чтобы лежала хорошо. Вот, так что вы выбираете резиночку здесь связать, может быть, айкордом закрытие сделать, как хотите. Воля ваша. Я сейчас свяжу платочной вязкой несколько рядов. Так, смотрите, сейчас оцениваем, что у нас за ситуация на горловине. У нас, у меня, вернее, с этой стороны спицы. Я закрывала вторым этапом, да, шов вот этот вот, который у меня хвостиком закрывался. Вот он, этот хвостик, представляете, какой миллиметраж у меня тут был. То есть, прям тютелька в тютельку, нет, ниточку оставила. Вот, то есть спицы с этой стороны. Здесь у меня заглушки, но здесь как раз выходит рабочая ниточка. Так что я теперь снова спицы переставляю вместо заглушек и начинаю вязать по кругу. Вот так. Ну, думаю, что платочную вязку я вам не буду показывать. По кругу она вяжется ряд лицевой, ряд изнаночный. Так, девочки, смотрите, провязала 4 ряда, то есть изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. И сейчас в изнаночном ряду делаю закрытие. То есть я провязываю изнаночные петли и закрываю их. По-моему, неплохо смотрится. Да ведь? Мне нравится. В общем, я оставляю горловинку вот таким способом связанную. Так, ну и буквально пару петель провяжу для тех, кто засомневался, как это делается закрытие. То есть вот у меня петля на спице. Я провязываю очередную петлю изнаночной. Девчонки, я на даче без штатива. Прошу прощения за качество картинки. Изнаночную провязала и перекидываю ту петлю, которая у меня на спице, через провязанную. Все, одна петля у меня закрыта. Снова я провязываю изнаночную петлю, перекидываю петлю, которая на спице, через провязанную. Все, вот таким образом получается у нас вот такое закрытие. То есть два ряда изнаночных у нас видно здесь, и еще закрытый ряд вот этот вот. В общем, смотрится, по-моему, все хорошо, но я уже об этом говорила. Ну вот, что у меня получилось. То есть немножко горловинка присобралась, выглядит, мне нравится, как выглядит. Вот такая аккуратная, не сильно там какая-то расхлябистая. То есть все хорошо. Думаю, что под тяжестью это еще все после стирки будет провисать. В общем, сядет все на свои места. Вот так это все смотрится.